Вместе с тем надеемся, что в этот раз наши американские партнеры выполнят все свои обязательства, и режим прекращения боевых действий будет полностью соблюдаться. Российские ВКС продолжат наносить удары по целям террористов на территории Сирии. Для определения объектов поражения российской и американской сторонами создается совместный исполнительный центр, что позволит координировать нанесение ударов ВКС России и авиации коалиции, возглавляемой США.